XX, с вами Билли Викс. Всем привет! Неожиданным сюрпризом для Ever After High лаверов стал двойной пэк Epic Winter с Розабеллой Бьюти и Дерингом Чармингом. Фанаты уже пророчат им судьбу красавицы и чудовища, но пока что никто ничего точно не знает, поэтому нам остается только любоваться куклами. Кстати, обзор на других кукол из этой серии вы уже можете посмотреть на канале. Ну а этот сет с Дерингом и Розабеллой я уже, как вы видите, не удержалась и открыла. Коробка стандартная для этой серии, оформлена в ледяном стиле со снежными просторами на фоне. Подставок и расчесок нет, есть дневник только у Розабеллы Бьюти. Кстати, я их поставила на свою подставку, впрочем, как и других кукол, поэтому запасайтесь подставками и расческами. На задней стороне коробки есть рассказики наших персонажей. Дейринг пишет: «Ведь вы знаете, как плохо мороз влияет на мою кожу. Она начинает трескаться, покрываться волдырями и слишком сушиться, не говоря уже о том, что зимняя погода делает с моими волосами». Ага, по твоим волосам это заметно. А теперь давайте рассматривать кукол. И начнем мы с дочери красавицы и чудовища Розабеллы Бьюти. Это уже третий выпуск куклы. Ранее она выпускалась в базовой коллекции и в Birthday Ball. Макияж Розабеллы Бьюти Epic Winter спокойный, несмотря на красную помаду. Коричневые тени идеально подходят к ее волосам и аутфиту. Очки никогда не портят ее внешность, а только очаровательно дополняют ее стиль и подчеркивают индивидуальность. Поэтому в этой коллекции у Розабеллы полупрозрачные белые очки с малиновыми снежинками и блестками на дужках очков. На голове у нее полупрозрачный ледяной ободок с цветами и снежинками, на шее ледяная лоза с розами. Между прочим, на арте она отчасти зеленого цвета. Прическа несложная, распущенные волосы с убранными в бок прядями, с челки в коричнево-красной гамме. Платье Розабеллы окрашено в желтый с белым искусственным мехом и пластиковыми красными рукавами. На платье изображен принт из малиновых снежинок, а на талии красуется красный ледяной пояс. Ноги Розабеллы молдированы снежными узорами, а также окрашены в розовый. Сапожки высокие, с мехом и розами спереди. Каблук тонкий и высокий. Дневничок прилагается только к Розабелле Бьюти, а вот колечко не положили в набор. Ну а теперь давайте рассматривать сына короля Чарминга Дерринга, который вызвал огромный шум у фанатов франшизы Ever After High. Этот молодой человек слишком самовлюблен, тщеславен, он постоянно крутится у зеркала. Дерринг Чарминг – родной брат Дарлинг и Декстера, а следовательно, он тоже сын короля Чарминга. История его – это все сказки, в которых неотразимый принц приходит на помощь сказочным принцессам. В конфликте судьбы Дерринг Чарминг на королевской стороне. Дерринг отнюдь не мятежник. Он наследник богатого королевства и невероятно хорош собой. Его дядя Лэнс Чарминг работает корреспондентом в новостях сказочного мира. У Дерринга розоватая кожа с голубыми глазами, большими коричневыми бровями и ртом с молдированной улыбкой. Благодаря улыбочке он является самым красивым принцем в школе Ever After. Волосы также молдированы из желтой резины или же пластика. Правда, как тут уже заметили многие поклонники Ever After High, Дерринг пользуется таким количеством лака для волос, поэтому неудивительно, что его волосы так окаменели. Поверх волос надета роскошная золотистая корона, ведь принц Дерринг никогда не расстается со своей короной. Корона на резинках, поэтому снимается, и ее можно будет вполне заменить другим головным убором или же вовсе перепрошить куклу, если молдированные волосы вас не устраивают. А тем временем у Дерринга есть еще один сюрприз. Ноги Дерринга окрашены под джинсы и молдированы, шарниры в коленях и ступнях отсутствуют. Более того, его кеды также молдированы, и снять их невозможно без смены тела. Это, конечно, очень печально, но, тем не менее, кукла выглядит все равно очень красиво. В повседневной одежде Дерринга Чарминга явно отображается как его королевский статус и принадлежность к династии Чармингов, так и любовь принца к спорту.
Из одежды у Дэринга Чарминга есть только белая спортивная куртка с синими рукавами и золотистыми нашивками спереди. На левой руке находится логотип EAH, что переводится как Ever After High. Снизу торчит кусок голубой рубашки, которая и останется маленьким кусочком, пришитым к куртке и имитирующим рубашку. На воротнике у Дэринга нашит коричневый мех. Также к Дэрингу Чармингу Epic Winter прилагается золотистое зеркальце. С одной стороны скрывается картинка-сюрприз, его образ в облике чудовища, а с другой стороны обычное зеркальце. Ну а на этом наш обзор на двойной пэк из серии Epic Winter подходит к концу. Несмотря на молдированные элементы и жутко самолюбивого персонажа, Дэринг получился очень крутым благодаря своей лучезарной улыбке. А как думаете вы? Напишите в комментарии, как вам эти куколки? Идет ли Дэрингу Розабелла или же ему больше подходит Apple White? Жду ваши комментарии и лайки. Be cool and crazy! Пока-пока!